Друзья, добрый день. На связи Invest Upscale. С вами Николенко Ярослав и Андрей Петрик. Привет. Привет, Андрей. Мы сейчас будем говорить о проекте Serenity Financial. Я думаю, что немногие об этом проекте знают, потому что в основных календарях ICO этого проекта нет, но при этом раскруткой проекта занимаются неплохие маркетинговые агентства. Вот, и есть хорошие проплаченные пресс-релизы, СМИ и так далее. То есть, возможно, идет, скажем, цель такая у команды привлечь внимание более крупных инвесторов. Вот, давайте попробуем разобрать, что это, собственно, такое. Значит, Serenity Financial – это такая первая арбитражная платформа для трейдеров и брокеров. Немножко связано это с рынком Forex, но не спешите уходить, закрывать видео. Я думаю, что уже интересно вам будет. Опционов тут тоже не очень много, тут опционы. Только опционы, да. Да. Если нас даже заинтересовал этот проект, то я думаю, что можно как минимум поинтересоваться, что там будет дальше происходить и какая суть. Значит, давайте по датам сначала. Старт при ICO 15 ноября, завершение 20 ноября. Основной токен сейл будет проводиться с 24 ноября по 18 декабря. Уже анонсировали, да? Потому что я читал на форуме, что будет анонсирован позже, после pre-ICO проведения. Уже есть анонс, нет, да? Есть данные, да. Окей. Да. Чуть позже полистаем white paper. Так, ну вкратце. Serenity Financial является арбитражной платформой, которая предназначена для брокеров-трейдеров. И, в общем, это такой стандартизированный маркетплейс, который будет отличаться особой безопасностью для брокеров, для трейдеров, для осуществления транзакций. То есть, ну, я думаю, что все понимают, что рынок Forex нуждается в неком контроле, да, а блокчейн, в свою очередь, может позволить реализовать такие возможности. Другой вопрос, нужно ли это трейдерам Форекса и агентствам, но этим уже будет заниматься непосредственно Serenity Financial, развивать это направление. Итак, есть вот проплаченные, я думаю, медиа, какие-то проплаченные, какие-то, возможно, даже нет. Можно открывать ссылки рабочие. Так, да, глобальные проблемы, которые решает Marketplace. Да, как видите, кстати, сайт полностью на русском языке, поэтому можно вчитываться самостоятельно. То есть, вот как я говорил, проект призван бороться с мошенничеством на рынке Forex, объединяет Forex брокеров, криптобиржи на одной площадке, но это при достижении определенного сбора средств на ICO. Чуть позже дойдем мы до этих цифр. Дает новый толчок развития индустрии и так далее, и так далее. То есть вот роль арбитра в спорах брокера и клиента. Вот эти вот все вещи можете самостоятельно почитать. Вот, да, тоже интересно, клиент проходит KYC, это при достижении, по-моему, свыше 10 или 14 миллионов, да, если соберут, то они внедрят технологию новую. 14, да. Да. Значит, почему сейчас еще не так много информации вы видите? Потому что это пока только pre-ICO, и вот как нам кажется, на pre-ICO будут приглашены крупные инвестора, возможно, поэтому не так активно раскручивают, но тем не менее, вот мероприятие хакатон в Питере будет, метап саммит в Лондоне 15 числа, блокчейн биткоин конференция в Москве, опять Сочи, Москва, Desert Technology Convention и так далее. Вот, то есть вот здесь, вот, я думаю, тоже будут анонсы, здесь будут рассказывать о проекте. Вот, на данном этапе идет прокачка непосредственно вот самого сайта в плане продвижения. Так, давайте немножко дальше. Ну, как работает клиент Serenity? Покупает токены, выбирает брокера, открывает торговый счет, клиент переводит токены брокеру, средства в смарт-контракте резервируются, да, вот о чем мы говорим. Клиент торгует, подает заявку на вывод, брокер одобряет, и клиент выводит средства в любой валюте. То есть это удобно, понятно, собственно, то, что позволит сделать блокчейн. Да, вот, в принципе, те компании, которые поддерживают Serenity, да, идею и
возможно, в дальнейшем будут сотрудничать, весьма вероятно. Можно, кстати, добавить вот даже свою компанию, попробовать отправить заявку, если вы занимаетесь Форекс в другой торговле. А не, KFC вот ошибся, 14, это что-то другое было, с 5 всего-навсего. KFC 5 миллионов. Да, да, то есть на SoftCap 2 миллиона, реализация основной функциональности платформы. Если соберут меньше 2 миллионов, то средства просто вернут. Почему вот я говорю, что можно пробовать участвовать в любом случае, если сбор провалится, то средства вернут. Хотя риск есть другой, что соберут там 2,5 миллиона, выйдут на биржу, будет все стоить гораздо дешевле, но это уже другой вопрос. Собственный блокчейн 10 миллионов, поставка ликвидности 14, хедж-фонд больше, да, ну это уже фонд развития, если больше 14 миллионов. Так, держатели токенов, Serenity будущее, структура доходов, комиссия за хранение депозитов на смарт-контрактах, абонентская плата брокеров, комиссия за ручной арбитраж. Ну, это, собственно, объемы рынка. Я не скажу, что я силен в этих цифрах, не могу сказать, насколько можно доверять, но рынок Форекс очень объемный на самом деле. Так, что еще по важным каким-то вещам? Да, наверное, по токенам. 3,5 миллиона токенов будет выпущено. 3,5 миллиона токенов будет выпущено. 85% токенов будут распределены инвесторам. 12% будет участникам проекта, 3% на баунти. То есть это такое адекватное распределение. Скидка на пресио 50%. И стартовая стоимость, вернее, это не стартовая, а базовая стоимость. Да, то есть с учетом вот этой скидки вы получите плюс 50%. Да, так нормальная стоимость токена 0,1 эфир. Вот. Так. Да, да, то есть все дополнительно. Ну, вот это я читал, да, поэтому да. Мне запомнилось это. Ну, возможно, будут какие-то смещения, как бы мы такой ранний анонс делаем. Так, мы в СМИ, как-то мало в СМИ, это публикации InvestBazaar, CryptoBazaar. На самом деле, там больше СМИ, это я так отдельно уже находил, гуглил. Адвайзеры. Я, наверное, не буду ничего говорить про адвайзера. Давайте вот так. Антон Васин, кто торгует на Форексе, знает этого человека. Его даже отдельно вот ищут. Serenity Financial, да? Запросы есть. И генеральный директор Станислав Ванеев, он же основатель финансовой компании Grand Capital, с объемом 4,7 миллиарда долларов, и компания является сооснователем компании UpTrader. Это программное обеспечение для брокеров. Так, вот информация в Википедии, можно тоже ознакомиться. Grand Capital, 4,7 объем оборот в 2016 году. И вот ключевой фигурой генеральный директор Станислав Ванеев. Так, ну, я думаю, вот эти люди должны непосредственно заниматься привлечением основных крупных инвесторов. Вот, так что мы будем смотреть за тем, как будет происходить сбор средств в период pre-ICO, ICO. Я надеюсь, эти данные будут обнародованы вот где-то в простом таком виде, прямо на сайте. Так, здесь тоже я не буду много останавливаться. Пожалуй, самые важные вещи сказали. Так, так, так. Андрей, давай, наверное, по баунти, да, немножко? Да, баунти, вот в чем прелесть ранних таких проектов, которые вот мы прямой начинаем рассмотр проекта на раннем этапе, что баунти вот этого проекта на момент записи видео стартовало около недели назад. На форуме появилась тема основная, есть документ отдельный. Баунти стандартная, подписи на форуме, переводы, социальные сети. Но в чем прелесть? В том, что сейчас можно заходить на ранних этапах, до этапа, до pre-ICO вести баунти, потом посмотреть по итогу, какой был сбор, и уже можно сделать определенный вывод, стоит ее продолжать вести, либо можно уже ее забывать про нее. Так что вот, просто сейчас можно ловить момент и входить в баунти на самом старте.
Окей, хорошо, хорошо. Мы тогда дадим все ссылки, которые есть вот у нас сейчас на социальные сети, на Bitcoin Talk. Да, в принципе, наверное, все, что у меня сейчас открыто, мы так ссылочки сбросим. С самим сайтом можете ознакомиться. У нас будет такая цель, мы хотим посмотреть, как будет происходить спор, а потом будем принимать решение, заходить в проект или нет. Окей, все, тогда на этом все. Нашим подписчикам желаем правильно выбирать проекты. Всем пока. Пока.